В Магнитогорске алабай едва не загрыз школьника. Огромный пес выбил калитку и вырвался на улицу. Ребенок только чудом остался жив. Родители мальчика просят привлечь хозяина агрессивной собаки к ответственности. И полиция этим делом уже занялась. Подробности в материале нашего корреспондента. Сейчас 12-летний Саша не ходит в школу и постоянно жалуется на боль. На теле ребенка множественные рваные раны, ссадины и прокусы. Такие травмы мальчик получил после встречи с соседским алабаем. Агрессивное животное выбежало со двора и вцепилось в мальчика. Вот на футболке, прям с внутренней стороны, прям куски мяса, вот прям вот они остались. То есть он не просто как бы укусил, он именно на нее напал, ну на ребенка. Потому что это неоднократно он укусал. Сын говорит, я вот прям притворился мертвым, он мне поднимает руку, а я ей вот кидаю. Ну, то есть, чтобы как бы он отстал как-то. Вместо извинений пришли, начали говорить, а давай полицию не будем вызывать, давай займем этот конфликт. Потом начали какую-то чушь рассказывать, что ребенок якобы там дразнил собаку. Чтобы остановить разъяренное животное, на помощь выбежал сосед, но собака накинулась и на него. Тогда отец мальчика взял ружье и выстрелил в пса. Животное удалось отпугнуть, ребенку срочно вызвали скорую помощь. По словам мамы мальчика, сосед, кому принадлежит пес, даже не извинился, заявив, что дети сами дразнили питомца. Также женщина рассказала, собака, скорее всего, осталась жива и может накинуться на кого-то другого. Известно, семья написала заявление в полицию. В отдел полиции Орджоникидзевский управление МВД России по городу Магнитогорску поступило сообщение о травме. На данный момент по материалу проводится участковыми уполномоченными данного отдела проверка для принятия законного и обоснованного решения. Сейчас родители пострадавшего мальчика готовят документы в суд. Случаи, когда собаки породы алабай набрасывались на ребенка, далеко не первые. Летом прошлого года агрессивное животное буквально растерзало 10-летнего Андрея из поселка Потанина. Собака набросилась на мальчика, вцепилась зубами в лицо и протащила несколько метров. Спасать ребенка бросился хозяин пса. Просто страшно было смотреть. На лице раны, весь в крови. Кричит, плачет, больно, все болит. Я не знаю, как это еще говорить. Школьник перенес множество операций, почти не говорил и питался через трубочку. Даже кушать. Я вот когда слюни глотаю, у меня, не знаю, что там происходит, но мне больно. На реабилитацию ему потребовалось больше полугода. Еще одно нападение на ребенка произошло в Челябинске. Мальчик оказался буквально обездвиженным. Вот я шел в школу вон там, и я подумал, что там собаки этой нету, она иногда бывает там. Я пошел, и она выбежала из-под той газели. Кусила меня вот сюда за ногу. Отец школьника говорит, пес, который покусал Матвея, принадлежит якобы соседу. Собаковод, видимо, отпустил своего агрессивного питомца погулять. Он готов оплатить, но только я должен предоставить чеки о сумме выкушенной части тела моего сына. То есть я должен где-то найти чек, он его оплатит. Но где его взять, этот чек? Сколько стоит мясо моего сына? Я не могу знать. Местные жители говорят, агрессивную собаку, которая напала на Матвея, в округе видят не в первый раз. Она даже пыталась покусать других детей. Благо, с ребенком сейчас все в порядке, только собаку обходит стороной. Эльвира Хафизова, 31 канал.